Пацаны, продолжаем. Так, мы уже кино закончилось. Мы не только в кино успели сходить, мы успели мне обувь купить. Мы успели покушать. Теперь мы уже на втором этаже везде прогуляли. Теперь будем на первом этаже гулять. Мы кушали в каком-то в казахском ресторане. Очень вкусно. Очень классно. Я там успел сотку зарядить. Уже думал, там я буду мало снимать, не успею что-то снять. Кстати, там впереди что-то. Ну, я вроде понял уже что-то. Да, это рыбы. Давайте покажем все. Вон моя впереди сестренка. Вот тут телевизор какой-то. Рыба вот. А, вот эти. Кстати, эта рыба похожа на этот. Немо, да, в поисках Немо. Это рыбка. Которая глупая немножко. Он еще их мама, папа. Ну ты откуда знаешь, что это мама или папа? Вдруг это брат. Вон. Вон еще. Капец, эти рыбы. Вы видите, если видите рыб, ставьте лайки. Это медузы. Это медузы. Капец, у нас голова закрыта. Красиво. Это медузы, капец, они так плавают. Пойдем, рыбки. Еще другие рыбки. Да. Но это медузы, они красивые. Смотри, там одна медуза горела. Видишь, красная горит? Вон, да. А, нет, это само этот горит. Свет. Да. Да внизу свет горит. Красиво. И вон большая. Там. Где одна? А, вон наверху самые большие что-то плавают. Вон вот самая большая. Да, вон. Кто видит, что-то там тает. Очень классно. Иди, не надо, стой. Здесь нельзя, видишь, красная линия стоит. Значит, нельзя туда. Сейчас пойдем. Вон. Да, давай. Вон, с другой стороны, где Немо был. Очень красиво. А где мама наша? Я сделал двухсторонную камеру, чтобы не поворачивать эту камеру. Очень красиво. Так что я не могу приблизить. Да, вон большие рыбы. Жалко, что здесь не крупные рыбы. А то такие маленькие-маленькие. Почти не видно вам. Они где-то прячутся, вон. Я даже не могу их найти, если на камеру смотреть. Вон, мап маленький. Очень красиво. Вот. Что это за рыба? Прочитай. Это Кто не видит, вот. Цизио. Это на казахском смысле только говорит. Это хромис. Есть такие рыбы. То же самое, да? Да, то же самое. Смотрите, тут такая есть рыба. Надо ее найти. Вот такая тут рыба есть. Спрятана. Найди ее. Она где-то спряталась, да? Такие рыбы. Так, да, это здесь коралловый риф. Да, это коралловый риф. Ищи, давай. Конечно, она спряталась. Не знаю. Либо тут, либо там. Она большая или маленькая? Нет, ну так видела же, она как камень. Она спряталась где-то камень. Да. Она так спряталась. Если бы мы ее не прочитали, мы даже бы не увидели эту рыбу. Я знаю эту рыбу, это рыба-ловушка. Она рот открывает, и у нее изо рта червяк торчит. Но это не червяк, это ее язык. Кто видит, пишите в комментариях. Хэштег я вижу. Либо хэштег я вижу рыбу. Сирень, не заходи туда, нельзя. Ну, заходи, если знаешь. Наша мама куда-то ушла, да? Так все равно ее не видно. Давайте тут поставим на борту. Вот, все равно нету, ее не видно нигде. Давайте обойдемся обратно. Здесь вот. Вот эти медузы. Это медуза луна. Медуза в аквариум. В аквариуме с медузами. А вот, вот. Это,
А они тебя вроде током ударят. Как я знаю про людей. Вот это, наверное, не такие. Она вам вроде все показала. Давайте мы оставим запись. Или прогуляемся. Подождите, давайте я оставлю запись. Когда мы сейчас найдем маму. Потом восстановлю через раз, два, три. Пацаны, мы ее нашли. Вон, видите, она на похожую. Вот. Видите вот эту рыбу? Вон она стоит такая. Мы ее нашли. Кто видит? Вон, видите, там она как зебра стоит. Кто видит? Вон. Капец, она засекреченная. Кто не видел, ставьте лайки. Капец, она засекреченная. Она, по-моему, одна, да, такая? Вон, видите, стоит. Вон еще такая. Вон, видите, мы таких не могли найти. Вон сразу вдвоем стоят. Амчи. Так, пацаны, мы сейчас вернемся. Через раз, два, три. Пацаны, мы нашли такие тропические деревья. Вот. Такие деревьюшки. Очень классные, большие. Ну, здесь их много, но мы вот захотели их снять. Сейчас мы покажем вот это здание снаружи. Сейчас. Возможно. Может быть, сейчас что-то еще покажем, может быть, сейчас покажем. Давайте, через раз, два, три. Пацаны, я возвращаюсь. Мы будем заканчивать видео на этом. Мы сегодня гуляли в Мега, что-то там, я уже забыл. Силквей. Вот. Сегодня мы гуляли в Мега Силквей. Было очень классно. Очень классное кино. 16 залов должно быть. Только 6 открыто. Очень много, я вам отвечаю. А, нет, уже 8 открыто. Из 16 8 только открыто залов. Ладно. Очень красиво. Очень. Много кафешек. Здесь даже есть Краси Краб. Вот так я вам скажу. И так далее. Макдональдс у нас в Астане скоро откроют. Так. Очень много магазинов. Так что всем советую. Очень классно. Здесь новые магазины появились в Астане. Себе такую обувь купил. Которая уже грязная. А с вами был Братишка ТВ. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Всем пока. Всем удачи.